Свобода слова является одним из самых ключевых составляющих демократического общества. И в данном случае именно для средств массовой информации и как раз борьба с коррупцией мы открыли полностью мэрию. Мы открыли, вспомните Киев, все скандалы, земля, Майно, комиссии, пожалуйста, средства массовой информации приходят, мы приглашаем активистов. Мы открыли документооборот, мы впервые за историю открыли бюджет. И все доходы и расходы открыты, чтобы не было никаких манипуляций. Мы делаем прозрачны все наши действия. Если есть критика, если эта критика действительно аргументированная... А если вдруг не аргументированная? Если, знаете, очень много в последнее время, одно могу сказать, популизма.